Выходные двойных ресурсов побудили меня заняться сбором ресурсов Дубери, несмотря на всякие баги, ибо контент здесь новый, много ресурсов не накопил. В итоге собирать пришлось много растительности, что напомнило мне о грядущей системе садоводства для пещеры Тэшина. Насколько мы знаем, систему эту урезали в плане амбиций, хотя не ясно, что изначально задумывали. Да и не ясно, чего ждать теперь. Вряд ли мы получим нечто типа Stardew Valley с полноценной фермой. Не удивлюсь, если ДЕ снова возьмут Геншин за основу. Например, при сборе растений мы будем получать семена. Хотя вопросов все равно много. Например, в каком объеме мы будем получать урожай. Некоторые растения не очень удобно собирать, типа пещерных или современных островов. Стабильных получать будет неплохо. В этом плане сад больше напоминает уже существующую систему экстракторов, которые мы высылаем на локации звездной карты. Не уверен, стоит ли ожидать дополнительные механики, типа удобрений, ухода и полива. Быть может, что местный торговец будет и особые семена привозить. Но основная проблема такого огорода может заключаться в мотивации им пользоваться. Если нужен он только для фарма Дувири, то рано или поздно надобность в нем иссякнет. И вряд ли Варфу нужна очередная брошенная на произвол судьбы система. Как вариант, предлагаю тут выращивать вещи общей полезности, типа форм. Дувири и так представляет как новое начало, а новичкам понадобится куча форм для поляризации всей снаряги. Да и лично мне не нравится случайность фарма форм через реликвии, потому иметь стабильных приток было бы полезно, даже если в маленьком количестве. Тут же свое место могут найти универсальные медальоны. Недавно я заметил, что у кайтов есть ранг прокачки. Быть может, им тоже можно будет корм устроить для неких способностей. Думаю, что уже в эту пятницу мы услышим подробности садоводства. А пока что я хотел бы узнать, чего вы ждете от этой системы. Всем всего, всем удачи и всем пока.